Всем привет, мои дорогие! С вами Кононова Аня, проект Фаберлик Онлайн. И это пустые баночки Казахстан, Таджикистан. Вот, давайте же с вами смотреть эту кучку. Ну, конечно же, салфетки, куда без них. 17,98. Еще одни салфетки. 26,07. Очень классный аромат у них. Маска для волос. Моя любимая, самая суперская масочка для волос. Очень яркий, классный аромат, хорошо питает волосы. 82,12 артикул. Я почему-то подумала, что ну такая ситуация, так жарко, волосы будут, наверное, испорчены от солнца, но нет. Мне понравился уход этой маски. Дальше, значит, очень много закончился Меги 3. 157,79. Очень много закончилось витамина D3. Буду сюда составлять. Вот это наша дружная компания из 5 человек пила. Ребенка тоже дают D3 взрослый, обязательно взрослый. Потому что в D3 для маленьких там очень маленькая дозировка и присутствует крахмал. Я уже про это рассказывала. Так, 26,54 артикул. Это такой вот пудинг для волос с ароматом ревеня. Сделала ее буквально сегодня. Доделала, вернее. Суперская маска, очень нравится. Волосы хорошо питает. Дальше, 3 плюс детский шампунь бальзам, классный, суперский аромат, очень яркий, клубничный у него, в общем, приятно. Что нравится, можно ставить вот так, да, есть тут еще где-то вот бальзам, его уже вот так можно ставить, но он все равно будет падать, но все равно как-то вот до конца можно еще использовать, да, то есть очень-очень удобно то, что можно ставить наоборот, и его ухаживающее свойство — это просто бомба. Артикул 28,09, волосики блестящие у ребенка, рассыпчатые, клевые, классные, плюс ко всему очень мягкая формула, которая не содержит парабенов, слез, силиконов и идет для детей от 3 лет. Дальше, значит, вот такой у меня закончился гель для душа. 26,89, 3+, тоже Викуську мыли. Ну, это пустые баночки за, так, тут мы 10 дней, там были 13, за 23 дня. В общем, вот так можно сказать, 23 дня. Это очень яркий аромат малины, прямо бьющий в нос аромат малины получился у нас. Так, дигидрокверцетин обязательно в такую жару. Нам это все непривычно, и, конечно, мы страдали от жары. Первые 3 дня мы пили дигидрокверцетин аж по 2-2 раза в день. Когда-то и я 3 штуки выпивала. Вы знаете, сердце заколотится. Выпью дигидрокверцетин, и проходит. Вот таким образом, да, даже. Вот отличное средство, точно работает. Артикул 157,90. Вот. Но вообще дигидрокверцетину все можно пить. Иммуносистема-модулятор Форте. Это у нас закончилась иммунная система, получается, от молекулы Форс. Артикул 156,79. Тут бета-глюканы, фукус пузырчатый, куркума, перец черный, железо, витамин С, витамин D и еще дигидрокверцетин тоже присутствует. То есть очень хорошая штучка. Так, дальше тоник. Мой самый, наверное, из любимых теперь тоников. 28,21 гиалуроника. Он идет как увлажняющий тоник для лица. В принципе, очень хорошо. После него, кстати, кожа практически не стягивается, не сохнет и так далее. Вообще замечательно, просто замечательно. Дальше гель для душа Бора Бора. Супер, кожу не сушит. Это крем-гель для душа, артикул 24,32. Аромат у него не яркий, только яркая упаковка, можно так выразиться. Дальше универсальный крем с аргинином, артикул 12,79. Очень меня выручил. Мазала спину великолепной тройкой, как мы с мужем смеемся. Вот бальзам пчелиный с ядом тоже закончился, 12,80. И вот сигнум. Когда вот это все вместе смешиваете, наносите на спину, спина мгновенно проходит. Очень понравилось, да? То есть вот с 3-го раза можно вылечить вообще недели на 2, даже если есть защемление. Вот. Но защемление — это воспаление. Его, конечно, надо после того, как воспаление снялось, у мануала убирать. По-другому тут никак. Далее кислородный бальзам. Что-то у меня такое чувство, что тут еще что-то есть. Хотя нет, нету. Нет, закончился. Чуть-чуть помажу. Очень мне нравится кислородный бальзам в дороге. Ухаживаю всяческими способами. Наношу его и на лицо, и на все участки воспаленные тела. Наношу его еще в перемешку с малофтелином. Где-то он тут тоже есть в пустых баночках у меня. Артикул 5806. Он, конечно, дорогой, но он того стоит. Очень крутая штука. Дальше, значит, очищающая маска для лица «Свежесть». Артикул 2071. Тоже очень нравится. Я люблю делать маски в жару. Сидишь прохладненько. Вот антивозрастной сколько наделала. 2072. Тоже очень понравилось. Еще были маски, но, к сожалению, выкинули. Живицу. Живицу пила у меня няня. Артикул 157,28. Витамин D3.
очень похвалю вот эту вот маску, интенсивную маску для нейтрализации желтизны осветленных волос. Прямо очень хочется похвалить, порекомендовать. Классная маска, 27-12, она и ухаживает за волосами, и желтизну убирает, не течет. То есть ее где-то как-то переработали, обработали, она перестала течь. Она прошла через процесс изменения, потому что я точно помню, она у меня текла сильно очень. Но потом она появилась в вип-новинках, я взяла еще раз, думаю, что-то в ней изменили, раз она опять появилась в вип-новинках. И действительно она перестала течь, и стала лучше держаться, и в глаза перестала попадать. В общем, великолепно. Итак, это новейшая новинка. Первый раз в моих пустышках. Использовала я два в одном. Шампунь-бальзам, защита от солнца для всех типов волос. Вот, конечно, шампунь, бальзам, все равно нужно делать маску, потом бальзам на волосы, потом сыворотку, это понятно, да, но то, что он предотвращает сухость и ломкость волос от воздействия солнечных лучей, это действительно так. Волосы, я помню, что вот когда мы ездим в какие-либо страны, города отдыхать, особенно какие-то жаркие, типа Мальдивы, Дубаи, да, вот это вот все, я приезжала просто своему парикмахеру, отдавала пучок сушенок и говорила, сделай из них обратно волосы. Вот так вот, вот так вот, да. А тут как бы я чувствую, что в волосах до сих пор есть эластичность, до сих пор волосики такие хорошие, и средства Faberlic справляются, мне кажется, что благодаря этому шампуню. Потому что раньше только дней отдыха и такая жара, жара у нас конкретная жара, как-то вот справляется, и как-то вот волосы действительно хорошо себя чувствуют, хорошо себя ощущают, нету вот этого ощущение, что сейчас расчешусь и все отломится. Я же еще пережженная блондинка, да, вот это нужно понимать. Также тут идет не только УФ-фильтр, но и биотехнологический комплекс. Он интенсивно укрепляет корни волос, заряжает волосы энергией, обеспечивает питание волосяных фолликул. Ну, это я, к сожалению, в поездке никак не проверю. Вот он у меня кончился примерно за 20 дней, получается. Я уже давным-давно пользуюсь другим, даже, наверное, за 15 дней. Кто-то скажет, ой, да какая ты безалаберная, ну, как вот мне, да, комментарии пишут, там, по два раза в день бошку моешь. А что делать в такую жару, извините меня? Что я могу сделать в такую жару? Действительно, я потею, и я мыла голову два раза в день, у меня быстро все закончилось. На самом деле он экономичный, но быстро закончился по той простой причине, что я голову два раза в день мыла. Очень редко раз в день мыла. Вот вчера, например, был тенек, я с утра помыла голову, потому что я просыпаюсь уже сырая, понимаете? Даже если я на ночь помою голову, я просыпаюсь, я уже вспотела. Хотя у нас тут три кондиционера, здоровенных, огромных, но они не справляются. Таджикистан – это реальная жара, реальная. Очень понравился гель для умывания, 28-20. Это такой прозрачный гелюшка, ну, он тоже уже должен был закончиться. Вот такой вот капельки хватает умыться. Я расходовала по две таких капельки. Муж тоже им умывался частенько, потому что где-то подгорал, где-то что-то. И я ему делала маску. И говорю, маску сделай только после того, как ты умоешься гелем для умывания и обязательно протрешься тонечком, потом масочка только после этого. Ну, это как пить дать надо. Поэтому с артикулом 28-20 гель вот такой обязательно куплю, обязательно, суперский, просто суперский гель. Так, SPF 30 kits. Ой, мое мнение, он слабоват для Вики, ей тут надо SPF 50. Уж чересчурная жара. Вот артикул 27-81. Ну вот одна баночка ушла за 9 дней у ребенка. Как бы я думаю, что нормально. Так, дальше. Антиоксидантная маска для лица Коэнзим Q10. 2075. Ну, название говорит само за себя. Она нейтрализует действие свободных радикалов и вместе с тем стимулирует регенерацию клеток и синтез коллагена, делая кожу более плотной. То есть, ну, хорошая такая очень маска. Мне нравится. Я прям люблю маски делать. Так, D3. Омега-3, D3. Так, а тут что? А тут что? Пудра для лица Wet n Dry Perfect Me. Ой, ну это моя любимая пудра, но она у меня не закончилась. Это, наверное, муж нечаянно мне это кинул. Да, тон 65-33, прям мой тон. Обалденно классный тон. Так, дальше давайте посмотрим. Ага, вот он и маловтелинчик у меня в такой вот неприглядной форме. Артикул 709-12. Еще одна баночка осталась, поэтому мы его, конечно, выжимали уже. Выжимали, экономили. Ну и дома, в принципе, мы делаем так же. Так, дигидрокерцетин. Это вот хочу оставить вот про это отзыв. Очень удобно в дорогу. Значит, это у нас идет карандаш-уход для кутикулы.
4 в одном, да, и в составе идет миндальное масло, масло авокадо, касторовое масло, масло лимона и витамин Е. Отлично, просто отлично ухаживают за кутикулой, и что есть сменные вот эти вот насадочки, просто великолепно, да, то есть еще три, одна есть и три запасных, поэтому прям хвалю. Я его получила тут, в Таджикистане, и могу сказать, что это самый лучший тест-драйв. Очень белокожие девчонки из города Киров, где 20 градусов уже обычная погода, да, зимой минус 30, минус 20, летом плюс 20, ну 30 бывает редко. И тут я оказалась в такой жаре, что, блин, у меня все начало трескаться. И что еще хорошо, мне понравилось то, что уже я давно в пути, а хожу я только к своему мастеру, и вот ногти уже прям реально сильно отросли, и я вам могу сказать, что кутикулка просто идеальная. Идеальное, нареканий у меня нету. Если раньше я там наносила крем перед каждым обзором, да, то есть какой-либо, то сейчас я чувствую, что давным-давно маникюр не было, обрезного уже не было более 25 дней, да, 25 дней где-то примерно. И, как вы видите, я его еще в Кирове делала. Вот, да, делала в Кирове, уже забыла. И вот, пожалуйста, ни одной заусенечки практически нету. Мне понравилось, прям вот респект за такой состав, за такой уход. Шикарно делал кто-то очень умный. Дальше полностью закончился такой вот кремчик у меня. Крем Love, артикул 2608, универсальный крем для лица, рук и тела. Кстати, я линейку Love дарила на День влюбленных, всей своей родне собирала подарочки, пакетики и вот этот крем и так далее. И что вы думаете? Все, кто еще не был зарегистрирован, зарегистрировались, чтобы себе вот такой со скидкой брать. Потому что кто-то в одном городе живет, кто-то в другом городе живет. Ну, неудобно, да, неудобно туда-сюда. Так, что тут у нас еще осталось? Так, значит, смотрите, еще одна точь-в-точь такая же питательная маска. Она мне очень нравится запахом. У нее грубый такой вонючий аромат, очень приятный. Артикул 82.12. Похвалила, да? Омега-3. Вот начали пить поддержку печени обязательно. Заказали ее уже тут, в Таджикистане, через Райхону. Артикул 156.86. Вообще, мой врач сказала, что вот поддержка печени и поддержка микрофлоры кишечника нужно обязательно, в первую очередь, принимать. А потом уже, например, пить антипаразит и так далее. Вот это все, оно помогает, оно восстанавливает и очень хорошо работает. То есть, что тут у нас в составе вообще есть? Значит, давайте посмотрим. Это расторопша пятнистая, бурые водоросли, артишок, опунция, диндолидметалл. Так, дальше еще что? Антиоксиданты и флавоны. Вот, очень хороший состав. Это идет помощь печени. Они идут в капсулах, в очень таких приятных капсулах, легких. Вот, и могу сказать вам, что, ну, действительно здорово, да, оно того стоит. Так, дальше, очень много таких вот закончилось, но мы их порастеряли где-то там, где-то тут, где-то в кафе оставляли. Нечаянно на столе забывали с собой забрать. Это антибактериальный гель для рук с артикулом 1702. Почему мне он очень нравится, я его постоянно заказываю, это можно даже любую ранку помазать. Он идет не просто с хлордиоксидином и все, а в составе идет масло из листьев эвкалипта, чайного дерева. Они обладают антисептическими, противовоспалительными свойствами. Они повышают местный иммунитет, нормализуют защитные механизмы кожи и способствуют ее быстрому заживлению. Может, конечно, и моя кутикула тоже благодаря ему сколько-то вот поухаживалась, потому что всякое бывает. И вот это вот чайное дерево, да, то есть ребенок побежал, подскользнулся там, да, не дай бог поцарапался, коленку продрал, сразу им можно помазать. Потому что тут и хлордиоксидин есть, и чайное дерево и так далее, да, то есть вот сразу можно помазать. Вот это вот, конечно, здорово. Мы это практикуем. Так, тут у меня идут коробочки из-под тонального средства для лица. Вот это вот Тетрю, которая идет как против воспалений, тональное средство, оно идет против воспалений, плюс оно идет с маслом чайного дерева, вот, и оно должно быть, как вам даже сказать, типа матирующим и так далее, вот, и я вам могу сказать, что оно не особо справилось в жару, артикул 66-61, вот я его отложила на Калининград, это мое любимое средство в Кирове, но тут оно жару не выдержало, и очень хорошо, что я с собой взяла свой тон тонального крема Stay On, и взяла много упаковочек, прямо три штуки, вы представляете? Артикула, к сожалению, нету, но вот таких вот три штучки я взяла. Вот одна уже на исходе у меня, вот это вот. Это идет как до макияжа, то есть это идет премакияж. Очень-очень понравилось вообще в жару, то есть она тоже идет защитная.
Ну, это я еще не израсходовала, но тоже беру с собой такую вот сыворотку. Коробки мы выкинули, чтобы у нас не было перевеса, лишнего места, чтобы не занимало и так далее. То есть с артикулом 2713 восстанавливающая сыворотка для осветленных волос. Еще осталась половина, поэтому пустые баночки Таджикистана еще будут. Два, потому что сейчас мы уезжаем в следующий отель. То есть мы были в отеле «Президент», по-моему, да? А сейчас мы уезжаем в отель «Национальный банк» и около водохранилища «Кайракум». По-моему, вот так вот. И, в общем-то, там мы еще протусим 3 дня, и вот это еще плюс перелеснется, и будет еще один обзор по вот все вот эти остатки, я их дорасходую и еще раз досниму. Та-дам-да-дам, а вот и еще чуть-чуть пустышек. Это уже второй отель, национальный отель, как его тут называют, на водохранилище Кайракум. Итак, гель для интимной гигиены, 8722 артикул, классика такая уже, да? Моя одна из любимейших масок для волос Everstrong с маслом амлы, артикул 1882. Далее, конечно же, омега-3 Forte 15779. Опять-таки, повторно, шприц именно гиалуроника. Это сыворотка для лица. Очень хорошо подтягивает лицо. Солнцезащитка SPF 50 2780. Мы вообще, если честно, на солнце абсолютно не выходили. Но старались не выходить. Все тренинги, все проходило в здании. И тут у нас чисто бизнес-поездка. И в связи с этим мы не загорали тут, не отдыхали особо. Вот, артикул 2710. Это мой шампунь. Blonde Icon, нейтрализация желтизны. Очень его люблю, очень нравится. Так, что еще закончилось? С артикулом 2712 интенсивная маска для нейтрализации желтизны. Она идет с высоким содержанием фиолетового пигмента, который поддерживает благородный холодный оттенок и нейтрализует желтизну. Вот такая вот красота. Вот дальше, ну, это, наверное, за 26 дней, да, где-то так у меня закончилось все вот это вот и плюс те предыдущие. Далее Мур 88619, это новейшая новинка. С огромной радостью принимала с ним ванны. Скажу честно, что очень удивлена. Он классно пенится, во-первых. У него очень яркий, приятный такой женственный аромат. У этого Мур прям очень вкусно, понравилось. Так, дальше. Салфетки для интимной гигиены 2607. Кстати, очень много санитайзеров от BSC. Но, к сожалению, это, кстати, бархат. Бархат. Вот, поэтому так. Очень много санитайзеров от BSC, но мы их вечно где-то забываем. Поэтому их в пустышках нету. Дальше. Матирующий праймер для лица. Вот тут, к сожалению, нет артикула. Он меня очень выручил. Очень выручил в жару, в поездку, в дорогу. Тон не плывет. Великолепно, замечательно. Но когда я вышла в 42 градуса, было на улице один день 42, ну, честно сказать, все-таки щечки, лоб, когда начали сильно интенсивно потеть, все-таки он дал немножко сбой. Но, блин, ребят, 42 он не выдержал, но в 35 он выдерживал. Да, то есть, поэтому вот этот матирующий праймер 35 выдерживает. Вот, дальше, значит, очень понравилось тональное средство для лица. Тут идет эффект Soft Focus, который делает кожу визуально более гладкой, более светящейся, но тут она не блестит, да, то есть она не блестит. Дальше рекомендовано для комбинированной и склонной к жирности кожи. Конечно, у меня не склонная к жирности кожи, но в жару я потею очень сильно, поэтому это средство в жару мне очень подходит. Значит, также тут идет активный ингредиент масла австралийского чайного дерева, который успокаивает кожу, уменьшает покраснение. То есть вот это мне все нужно, все нужно. Так, дальше Good Floral. Пропили всем семейством. У нас Good Floral пьет 4 человека. То есть все, кроме Викуськи. Артикул 156.85. Дальше, значит, Cardio Support 156.84. Это поддержка сердца. Честно вам сказать, в жару оно мне очень помогло. Когда ты приезжаешь с 20 градусов на 40, то, вы знаете, очень тяжело сердцу. Очень тяжело. Я прям мучилась. Было такое сильнейшее, можно так сказать, сердцебиение. Мне было не очень приятно, мне было не очень хорошо. И пару штучек выпьешь, уже все, сердцу нормально становилось.
пила я это с магнием, как мне моя врач сказала, да, то есть магний халат, говорит, пьешь, и кардио, то есть 2 кардио, 3 магния, и, говорит, все должно пройти. На самом деле, без всяких таблеток все проходило. Артикул 158.01, поэтому пейте обязательно магний. Дальше, все поездки я сопровождаю антипаразитом, потому что это не только от паразитов, это еще и идет от различных грибков, микроорганизмов, плесени и так далее, да, то есть вот этот либероверм, он много что убивает ненужного в организме, поэтому прям с превеликим удовольствием пила его по 2 штуки на ночь без перерывов. Без перерывов. Мы его взяли, 2 таких, и 2 антипаразит с черным орехом от Faberlic и вот эту от Molecula Force. Обязательно пьем, пропиваем, не ждем. Очень понравилось, как она мне помогает в укладках. Значит, это у нас идет эликсир глубокое восстановление для всех типов волос с артикулом 1897. Это несмываемая сыворотка с очень приятным ароматом. Очень легко волосы расчесываются, становятся такими гладкими, классными. После него и прическа нормально, кстати, держится. Я делала прическу один раз на выступление на свое, да. То есть, в принципе, все нормально, все здорово, все великолепно, никаких проблем нет. Очень хорошо он ухаживает за волосами. Это не смываемый именно уход, поэтому я вам рекомендую. Ну и последняя пустышка второго отеля — это маска питательная для всех типов волос с артикулом 8212. Красотка еще та. Ну вот, в принципе, и все, мои дорогие. С вами была Кунова Аня, проект Faberlic Online. Очень много всего открытого. Если все будет хорошо, мы долетим до Калининграда, то еще будут пустышки Калининграда.